Круглосуточный мониторинг за уровнем воды ведут на 8 реках Костанайской области. Опасения специалистов вызывают притоки Тургая и Убагана. В районах, где они протекают, отмечается высокий снежный покров от 40 до 80 сантиметров. Ожидается, что во время таяния снега, которое прогнозируется на первую декаду апреля, часть талых вод пойдет в реки. Специалисты говорят, этот факт сыграет на пользу. Последние несколько лет водоемы были маловодными.